сегодня попадаем в дом керамики. Ручки в разные стороны ручки сделай. Вот. Так. Кони тут тоже будет видно. Так. Так. Здесь я тебе завяжу вот такой вот пантик. Подходит? Красота. Да. А, здесь да. Ага. Так, а здесь Саре помогать. Саре. Ты закончил? Делать скульптурки или ты хочешь сделать какую-нибудь как мисочку? Я хочу часы. Ты хочешь сделать часы? Ага. А с часами так, что мы, в принципе, можем часы сделать. Надо будет папе потом просто взять в магазине механизм специальный, поставить его внутрь, когда часы будут работать. Но для этого, для того, чтобы сделать часы, тебе понадобится папина помощь. Ага. Денежку. Видишь? Погладилась. Куда они идут? У всех есть дела. И у тебя тоже? Я могу спуститься кое-что попросить. Что именно? Это лукоша. И что это будет? Точечки. Тебе они не нужны? Или нужны? Я нежно-нежно сейчас нарисую, и ты скажешь, подходит ли тебе такой вариант или нет. Смотри, ушки. Еще ушки, еще ушки. Нравится. Нравится? Отлично. Вот здесь у меня глазки. Что, поесть? Ну и вот вообще везде, где рисуночки. И глазки тогда рисуй сама. Сейчас я несу тебе коробку с печатью. Вот, отлично. И рядом еще глазик. Отлично. Теперь давай мы нарисуем ротик. Но только когда будешь рисовать ротик, не очень сильно нажимай, да? Ротик. Не, все правильно рисует ребенок. Все правильно рисует ребенок. Пап, не знаю, как. Вот. Вот, замечательно. Теперь берем ножик. Давай возьмем вот этот. И ножиком ты вырезаешь контур. Знаешь, что такое контур? Контур – это вот то, что здесь идет сбоку. То есть вот эта вот основная линия. Вот. Можно? Хорошо. Где крышка? Нет, эту розу уже не надо. Я смотрю, синий сделаю. Где синий? Синий можно у Алины опять же спросить. Погоди, Алина, ты понял? Только с двух сторон бери сразу. И не сильно, а так легонечко. Вот, получилось! Ура! Теперь, если ты хочешь свои цветочки прикрепить к своему котику, нужно вот что сделать. Сейчас я покажу, что. Котик уже прикреплять начинаю. А можно это раскрыть? Да, как? Это что, все? Иди троечку прижимай. Троечку. И теперь давай свою девятку. Красивая девятка. А так вот лысые места. Все правильно. Здесь. Вот внизу. Справишься? Смотри, какой у меня котик. Смотри, какой котик. Очень красивый котик. Прямо щечки. Вот сюда, вот щечки цифры. У него щечки. Щечки цифры. Очень красивый котик. Вот, замечательный котик. Нам с тобой придется еще раз сюда приехать и раскрасить его. Будешь красить кита? Да. Покажи мне остальные. Ого, какая грязная тачка. И ты две красных Волги. Две красных Волги? Очень красивая очка. Покажи, для тебя. Покажи мне фотографию. Показать тебе фотографию? И даже да. Я тебе могу переслать. Папе твоему перешлю. Ладно? Прощайся. Приходи ко мне еще, да? Пока. Пока-пока.